маскировка отключена. А чё, он глушак нельзя одеть, да? А, у нас же это, на снайперскую можно. Ща оденем. Ща обуемся. Полностью, да? Но она снизит урон на 2 единицы, я так понимаю. Пока с... зеленые чуть не запалили. Маскировка отключена. Так. Что там такое? Где пойдем? Прожектор-то ёкарный, я забыл совсем. Кажется, ничего. Нановизор включен. Так. Маскировка отключена. Ёптить, выпрыгни отсюда. Сейчас погоним. Будем экономить. А, энергию пока что. Как только какие-то начнутся волнения. Маскировка отключена. Запалили меня. А прожекторы, они, в смысле, имеют в виду... То есть я могу с невидимкой быть на этих прожекторах, но самое главное, чтобы я так не попадался на них, да? Без своей маскировки. Да, ну это понятно. Сейчас здесь пересидим. Я надеюсь, тут ты меня не запалит. А то это будет совсем тупо. Тут нереально увидеть в темноте в этой. Маскировка отключена. Вот он, прожектор. Надо мной, да? А что у нас тут, ничего ценного? Ну, есть пару пушек. О, стрелы, вот это наша тема. Здесь никого. Так, как там F? Хорошо. И какая-то пушкенция. Ладно. А больше здесь... А, вот еще. Ребятки есть какие-то, да? И там еще патроны. Все, вот там. Тут надо взломать. Блях, не понял. Не дождетесь. Так, прожектор есть. Успел подзарядиться. Ну, стелс-режим, что еще можно сказать? Пока стараюсь. Не знаю, как потом. Здесь все будет окей. Все будет отлично. Конечно, я, может быть, пропустил здесь какие-нибудь... Рядом с твоей локацией железный конь. Это их связные. Улучшение. Наверное, засовывают свои грязные секреты в Шреддер. Пророк, если тебе удастся найти эти данные, то, может быть, ты узнаешь, кто меня пытал. Двигайтесь, да тут, под может прикрытие. Быть, целый склад секретов Сел. Чё нафиг? А как ты его не заметил? Ну ладно, чувствуется, придется повоевать все-таки. Так, я надеюсь, я вот сюда смогу спрятаться. Как же я его не заметил. Выходи и сразись, трусишка. Не очень круто получилось. Идите и найдите его. Так, здесь красные ящики, но здесь нету. Здесь нету улучшений. Ну, в смысле этих. С данными. С модулями, в общем, как это называется. Материалов, в общем, нету этих. Для улучшения нано-костюма. Мне кажется, все равно нам по-тихому не удастся туда пробраться. Слишком уж много всех. Ну ничего, посмотрим. Так можно от укрытия к укрытию бежать, в принципе. Сюда можно забраться? Нельзя, что ли? Так, чувствую, нам не надо уже медлить. Мне кажется, нам надо просто зарашить их. И все. Ну, например, вот этого. И этого тоже. Ну давайте начнем, если запалит, так уж запалит. Они посылают сопровождение. У тебя будет время на перехват.
Не то чтобы это важно, но мне необходимо выяснить, кто меня пытал. Это поможет решить некоторые проблемы личного характера. Слишком близко подошел. Хорошо, берем. И, в общем, план Б. План. Запасный. Так, а где он? А вот ты где, пацанчик. Оп, скрылись. И потихоньку идем дальше. Оп, энергию. Берем. В смысле, убираем маскировку, идем дальше. Теперь делаем. Делаем. Ой, турель. Даже не заметил ее. Состояние критическое. Почему оно критическое? Так, лучше не взламывать, давайте. Там еще турель, походу, да, или что-то там в этом роде. Это еще. Ага, вот ты где. Я тебя даже не заметил, парень. Ладно. Берем снова. Зачем защита? Вот. Максимум невидимки. Итак, погнали. Раз. Бляха, муха. Случайно получилось. Еще раз. Раз. Все. Нормально. Так. Что тут у нас? Голубки? Да, голубки. Кто же еще-то? Патрон мало, это фигово. Ну ладно, возьмем, если что, пушкенцу какую-нибудь другую. Живых не... О, вот, наверное. Модули эти. Для улучшения оружия. А вид нельзя сменить от третьего лица? Во второй части можно было, я помню. Так. Куда нам, я забыл? Так, стоп, где это вот это вот? Улучшение, где эта штука? Внизу, вот тут она, да? А, подожди, что это? Даже не знаю. Наблюдатель, мне нужно долбанное подкрепление, моя команда полегла! Вот, да? О, модификации. А, вот этот патроны к нашей пушке, да? Где? Во, да, вообще шикарно, смотрите, все восстановились патроны. Так быстро долбит их. Так, во-первых, мне нужно сменить... Эй, подожди, а почему я не могу сменить режим мой, альтернативный? Не понял, ну-ка. А чё не так? Не понял, ну-ка, смотрите, опции. Управление. Клавиатура. Режим огня, странно. Вроде менялся до этого. Может, что-нибудь здесь? Может быть, а, вот в чем дело. Или нет? Да. Не знаю, что это за режим такой. Наверное, какой-нибудь... Это турель, да? А, наверное, какой-нибудь... Чего хотел сказать? В общем... патрон, в общем, меньше будет вылетать. А это что такое еще? Минное поле, что ли? Давайте взломаем, что нам. Нам не сложно, да? Все. Отлично. Что тут капает? Нам в какую сторону? Нам вон туда. Так, я заблудился. Прошу прощения, но я реально заблудился. О, это что такое еще было? А, это что-то новенькое. В смысле, это какая-то новая локация, да? Где я еще никого не отметил. Вот они. Голубки. Там сбор данных. Отлично. Погнали. Погнали. Берем... Берем снайперскую. И постараемся выдолбить их всех. Ба-бах! Ба-бах! И ба-бах. Где... Ой, а меня палят же. Че это я? Даже сейчас меня палят. Ну-ка давай. Вон там где-то. Ладно, берем
предыдущую пушку, берем броню и погнали к нему. Эй, парень, иди сюда. Кто тут еще? Где-то здесь кто-то был, да, говорил. Я слышал слово, я слышал, кто-то что-то сказал. Вот еще один. Это что сделал? А, это ты сделал, да? Я даже целиться не буду. Кто у него? Айпон, ты сказал? Айпон. Я засек железного коня. Где? Отлично. Я не засек? Вот ищи это. Файл лаборатории. Ищу. Самолет, вертолет тут разбился, да? Так. Что я пропустил? Или кого я пропустил? Так, больше никаких этих данных нету. Вот данные, которые мне надо будет все смотреть, скорее всего. Но, знаете, маскировка меня спасает. Не знаю, о чем он говорит. Только что тут был. Притык, расстреляем его. О, отличные патроны разные. Так, так. Опа. Что это такое? ID утерян? Отделение наноэкстракции СВ. Назад. Нашел. Что там? Какая-то бумага, какой-то документ. Ничего, отредактировано. А, твою мать! Так, там стрелы наверху, мне бы туда забраться не помешало. Ты что делаешь? Заберись туда. Никак, что ли? Ладно. О, ты тут. Внутри, да? Так, а как мне? Как мне туда попасть-то? Есть. Стрелы. Чё там по стрелам у нас? Кстати, а мы можем качнуть, чтобы стрел больше было? Оружие мы вообще можем как-нибудь улучшать? Нет? Ладно, наверное, вот здесь как-нибудь. А, что-нибудь насчет стрел? Суперсила, детектор угрозы. Так, что-нибудь повыше туда никак. Например, вот, ну, я не знаю, вот это вот, чуть так. А, три улучшения, да, нет? А, значит, передвижение на 25% быстрее. Так. Так, здесь у нас броня. Движение на 50% медленнее, это нам не надо. Так, это мы вроде все посмотрели. Дальше, здесь у нас что? Бросок на 25% сильнее. Более мощные атаки. Дальше на 50... ПА, чуть такое, непонятно, забыл. Дальше. Отсутствует колебание при прицеливании. Это круто. На 25% больше времени маскировки. Беззвучное передвижение. Ну, вот это хорошая вещь, но тут нужно 3 материала. Обязательно качнем. Здесь все посмотрели. Дальше. Восстанавливать заряд. На 25% на 20% быстрее. Отлично. Перезарядка быстрее. Быстрое прицеливание. Быстрый выбор оружия. Тоже хорошая вещь. Ослабление действия пули. Ослабление действия пули. А чем они отличаются? Понятно. Восстановление на 50% быстрее. Дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас выносливость при беге. На 25% мощнее радар, масштабирование, быстрее взлом и слышимость звука противника. На карте будет отображаться мощный прыжок сверху, удар ногой сильнее. Здесь у нас выносливость в беге на 33. Это пока все, да? А вот по поводу оружия, где тут прокачивать? Вот это мне интересно, да, по-моему? Или нет? Я забыл, что мне интересно. Вот это мне интересно. Да. Нормально вроде. А вот насчет пушек я забыл. Давайте опции. Управление. Основное. Нет, блин, куда дел? Опции. Управление. Клавиатура. Бой. Так. Нанокостюм. Режим маскировки. Визор. Меню нанокостюма. Меню мышь 3. Модификация нанокостюма. Модификация оружия. О, ну это мы знаем. Техника. Ну это ладно. Так. Назад мышь.
Геймпад, все, да? А это что такое? Ух ты, а это что такое? А, понятно, а это... Ага, ну удобно, в общем, все. На мышь 3 нажимаете, в общем, невидимка. А это что? Это модификация оружия. Это броня, соответственно. Все. А насчет пушки, я не знаю, ее можно улучшать как-нибудь. Ну ладно, посмотрим. Дальше. Все, нам надо идти. Что я хотел сказать? Я хотел сказать то, что я задержался немножко. Даже не немножко, а множко. Все, можно идти. Что за нафиг? Кто меня спалил? Это моя турель уже, да? Да, походу. Потихоньку, помаленьку и продвигаемся дальше. Неужели нельзя забраться? Ладно, погнали тогда другим путем. Вот в ту сторону нам надо, да, я так понял? Так, меня чуть не запалили. Здесь у нас людей нету. По крайней мере, у меня нигде не отображается. Так, вот тут что-то было интересное, нет, показалось. Так, отлично. Потихоньку двигаемся. Это что-то типа минного поля, да? Сейчас я взорву вам, блин. Сейчас я вас взорву. Все. Вот и людишки поперли. Блин, а у меня энергия кончается. Ну, если они меня заметят в кустах, это будет смех. Это будет просто смех. Не, вроде не замечают. А, отмечаем все нужные нам. Так. А, цели. Так. И сейчас мы вырубим. И потом снова включим. Все, теперь надо взломать. А, вон тот, вон. Вон ту цель. Помеченную нами, да? Так, взламываем. Нет, стоп. Сначала надо восстановить чуть-чуть энергии. Ну, восстанавливайся. Отлично. Так, стоп, что ты сделал? Взламывай. Хай, бляха, хакер. Все, взлом успешно. Что-то там внедрен. Завершен взлом. Двигаемся дальше. Эй, куда патроны у меня делись? У меня вроде было больше, ну ладно. Так, 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 так. А у меня на тебя есть сюрприз, парень. Фига, он отлетел. Тетиву натянул. Опа, опа, опа. Что такое? Шухер. А если на тетиву чуть-чуть? Давайте посмотрим. Урон. Меньше, точность больше. Вот точность мне вполне устраивает. Дистанция. Давайте вот это попробуем. Интересно просто. Сравнить. Но я думаю, я разницы не замечу. И вот мне непонятно, почему. Сейчас я кое-что покажу. Да, ты прав. Да, он, видите, не так отлетает. Мне вот что непонятно. Вот почему отдача, чем больше ее значение здесь, тем она, типа, меньше. Я так понимаю, нет? Или я ошибаюсь? Что такое? Что там? Что там такое? Тебе повезло. Ты сегодня везунчик, твой день. Сегодня именно... Сегодня твой день. Подожди, подожди, подожди. Тихо, 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 стоп. Кто тут у нас? Ч
чего от меня тень? Тень идет, если я невидимый. Как в мультике Том и Джерри было. Такой же прикол. Так, а что, не вижу гранаты? Что? Да, почему-то я гранатками не пользуюсь. Больше вроде не никого. Хочешь поиграть? Покажись! Если он меня запалит. Ушел. Не, я не ушел. Я ближе, чем ты думаешь. Подвигайтесь и будьте осторожны. Кто это сказал? Ну там внизу парень и завис. О, так это турель. Взламываем. Только, пожалуйста, побыстрее. Ой-ой, жопа. Как он меня грены кинул. Че, он сам себя подорвал, что ли? Парень угарнул вообще над нами. Нормальный, красавчик, че. Да, он реально сам себя убил. Ну ладно, бывает. Кого ты долбишь, турель? А, нановизор. А то я ни хрена не вижу. Темень такая. Но правда, когда нановизор включаешь, немного даже хуже видишь. Ну, дистанцию между врагами и вообще их. Плохо как-то ориентируешься. Лично я. Подожди, это кто сказал? А, вот еще один неотмеченный, да? Так, тихо, смотри, сейчас мы ему маленький сюрприз сделаем. Ну, че, никак? А че? А, вот. Чпоньк. И все. Опа, стрела. Вот ее надо забрать. Ну, взять стрелу, все. Стрелу назад. Кто-нибудь видит его? Внизу, что ли, кто-то, да? Да, вот еще один. Я хочу, чтобы этого засранца нашли и убили. Куда он взялся? Я вроде всех тут отмечал. Наверное, не заметил, скорее всего. Либо он откуда-то появился. Так, там наверху турель, я так понял, да? Есть у нас сбор данных. Так, турель, вот она. Ну, прям перед ней встанем. Откроем свой визор. И подстроим ее под себя. Так, вот здесь под... Так, стоп, это дробовик. Я думал, это какие-то патроны или модификации. Не, модификации я не думал. А здесь нет, кстати, никаких модификаций. Так, по-моему, нет. Там стрела. Я не прочь, в принципе, стрелу забрать. Окей, турель готова. Теперь за пророка. Не понял, какая турель? Он что, ее обратно, что ли, перенастроил? Подожди, нам же наверх надо. Чё-то я тут хожу, хожу, брожу. Забродил. Но как-то теперь еще туда попасть надо. Надо подумать. Здесь никак, наверное. Надо смотреть, как-то вот через ве... А, вот лестница. Угу, наверху. Ух ты, ёкарный. Ты посмотри, вот кто шумит-то. Наверху еще турель по-любому. Так, а что был за баг? Баг. Багк. Багк. Не зря за стрелами бегал. А, ткань еще выше, да? Что это? Что за странные звуки? Так. Еще выше поднимаемся. Периметр. Площадь проверяй. Здесь у нас какие-то ловушки, да, я так понял? Минные. Минные ловушки, минное поле. Откуда я пришел? Вот отсюда. Значит, здесь... Опа, он спускается, да? Да, отлично. Сейчас мы его здесь подловим. Камешек бы еще как в Far Cry кинуть. Давай, давай, давай. Красавчики! Я красавчик. О, спрятался. А здесь-то нет мин. Но не, не, не.
Вот тут сейчас обезвредим, попробуем. С закрытыми глазами сейчас обезвредим. Отлично. Маскировка включаю на всякий случай. Я, конечно, понимаю, что эта штука не среагирует на меня, потому что это просто мины. Но просто так, вдруг кто в комнатку зайдет, да? А я тут уединился, понимаете ли. Так, тебе с другой стороны надо подойти. А тут же еще кто-то сидит, по-моему. Блин, он тут меня запалит. Как так? Сейчас переждем. Блин, тут обрыв. Сейчас, секунду, кое-что сделаем. Делаем вот так. Потом идем туда. Надеюсь, он меня не заметит. Так. Минусуем. Минусуем вот, вот этого. Я думаю, мы можем успеть потом вот этого. Я, конечно, понимаю, что многим, может быть, не нравится этот такой режим. Режим скрытности, но